Ну и теперь о событиях дня подробнее. Бездомных кошек и собак в Иркутской области отлавливали и содержали с нарушениями. В итоге животные погибали от паразитарных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты финансового контроля и ветеринарной службы после масштабной проверки. Работу с четвероногими бродяжками проверяли по документам за 2014 год в Иркутске, а также Иркутском, Ангарском и Шелиховском районах. Оказалось, подрядчики облегчали себе задачу и старались ловить не агрессивных взрослых животных, а щенков и котят. К тому же не торопились тратить деньги на осмотр, вакцинацию и лечение пойманных зверей. В некоторых отчетных документах проверяющие вовсе обнаружили путаницу, несовместимую с элементарной логикой. Результаты проверок будут переданы в прокуратуру. Кроме того, не предоставлены документы на уничтожение трупов животных. Допустим, животное погибло по какой-либо причине, но документов, подтверждающих, что оно в скотомогильник вывезено или уничтожено путем кремации, тоже нет. Вплоть до того, что животное вначале кастрировали, потом оно погибло, его утилизировали и потом снова кастрировали. Или там дважды кастрировали одно и то же животное, исходя из документов. Понятно, что этого быть не может.